57-летний мужчина во время ссоры нанес 81-летней женщине многочисленные ножевые ранения, от которых та скончалась. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. В отдел полиции поступило сообщение о том, что в частном секторе во дворе дома обнаружено тело женщины. Выездом следственно-оперативной группы на место установлено, что потерпевшей является 81-летняя хозяйка дома. На теле погибшей были обнаружены признаки насильственной смерти. Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками поліції були встановлені обставини скоєння злочину, а також затримано особу, яка скоїла вказаний злочин. Ним виявився 57-річний громадянин іншої держави. Як було встановлено, що вказана особа була вхожа до потерпілої та допомагала їй по домогосподарству. В день убийства злоумышленник пришел к пенсионерке домой, где они совместно употребляли спиртные напитки. Во время разговора между ними возникла ссора на бытовой почве. Когда женщина вышла во двор проводить гостя, он обухом топора ударил женщину по голове, а когда последняя упала, ножом порезал горло и нанес несколько ударов в области грудной клетки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Измаильским судом ему избрана мера пресечения содержания под стражей. Отметим, санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Досудебное разбирательство продолжается.